Со слов главврача медицинского учреждения Дмитрия Богданова, деньги пойдут на приобретение еще одного реанимобиля на базе автомобиля Ford Transit. Также средства будут направлены на приобретение в больницу нового грузопассажирского лифта. У нас их всего два десятка, более двух десятков в больнице, но вот самых крупных, больших четверо, четыре. И они работают с момента открытия больницы, и потихоньку приходит пора их менять. И вот нам выделены средства на замену первого такого лифта. Вот. И в 2018 году грузопассажирский лифт семиэтажки в основном корпусе, один из четырех, будет сменен.